я прибыла в город Мурана, и сегодня здесь проводится 30-й фестиваль вино и винограда. Виноград выращивается здесь же, и это считается самым северным винодельным заводом и самой северной плантацией винограда в Японии. Этот фестиваль можно назвать праздником урожая, поскольку проводится он после сбора винограда. Здесь можно попробовать знаменитое вино, а также 100% виноградный сок. Праздник знаменит не только своим вином и виноградом, и виноградным соком, а также сыром, который изготавливается на местных сыроделии. Здесь, на этом фестивале, сегодня можно пробовать различные блюда с использованием местного сыра. И одно из самых популярных и самых известных – это фондю, сырное фондю, которое подается с кусочками овощей и с кусочками хлеба. Вообще, я здесь уже поверила, из трех этих бочек осталась всего одна. То есть, видите, огромные бочки уже распроданы. Пользуются популярностью. Вот. Сырный крем вот такой. Довольно вкусно пахнет, аппетитно. Ну а сейчас мы идем покупать еще и вино местные. Нам посоветовали от сырного вина еще покупать. Вот это вино, по-моему, называется Миллер. А вино приобретается вот здесь. В Run Wine Booth написано различные виды вин, от дорогих до обычных, которые можно приобрести в любом супермаркете. С чего начать? Сначала попробовать фондю или попробовать вино? Я думаю, наверное, начну с вина. В общем, запах очень приятный, не резкий. Ну и вкус такое. Не сладкий, не вкусный. А вот вино мне попросилось, я скажу всего. Но небольшая кислинка, если много кислит. Фурана, производство фурана. Сюда добавлено вино производства города Фурана, и оно очень хорошо именно подходит к нему по вкусу. Пахнет действительно настоящим натуральным сыром. Попробуем. Очень мягкий, очень похож на домашний сыр такой. Но запах вина вообще не чувствуется. Запах домашнего, натурального сыра. Фурана заменит не только вино, также виноградным соком, 100% натуральным соком, который можно пробовать здесь. Без сок приготовлен без подсластителей, без консервантов и других нехороших и неполезных добавок. Вот, из таких бочонков очень интересно наливается. Пахнет очень вкусно пахнет виноградом. Мне нравится. По запаху. Сейчас попробуем на вкус. Ну, чувство такое, как будто ешь настоящий виноград. Только без косточек, без ничего. Действительно, чувствуется, что это 100% натуральный виноградный сок. На самом деле, очень вкусно и полезно. Бедога тапри-хайта тарыга. どちらですか？ロシアです。ロシア、カグジラ？ああ、さあ、さあ、OK。グローバルなんですよ、私。それでは、ミュージックスパシーバー！